Здравствуйте, дети! Сегодня, как видите, к нам на открытый урок пришел зауч и директор школы, но вы не обращайте на них внимания, мы ведем обычный урок. Здрасте, извините за опоздание, можно? Привет, Сэнди, садись на место. Здравствуйте, дети! Я проверила ваши контрольные работы и могу сказать, что вы самый худший класс. Здравствуйте, за всю историю. Извините, я в библиотеке задержалась, а можно войти? Сэнди, а звонок для кого создан? Для меня? Так, давай сразу к доске. Так, дети, скажите, пожалуйста, кто написал роман Тургенева «Отцы и дети»? Тургенев? Великолепно, Сэнди. Садись, 5. Какого цвета глаза у Базарова? Чем Базаров завтракал в первой главе романа? И вычисли квадратный корень из числа 1 252 042,5. Но мы же на литературе. Меня не волнует. Садись, 2. Сейчас позвоню своей ЛП. Столько всего нужно ей рассказать. Бери давай трубку. Алло, привет, Сэнди, как дела? Да хорошо, я вот сегодня... Слушай, я недавно пошел к ветеринару, мне отрезали яичко. Дорогие дамы, я встретил нашего общего друга Николая. Но не тот Николай, который не коглай, тиктокер. И не тот Николай, который натуральный блондин. А тот Николай, с которым мы были в 4-м классе в летнем лагере. Помнишь, что все вместе писали за деревьями? И нас за это вожатый еще ругала. А, кстати, у этого вожатого есть знакомая гадалка, оказывается. Он дал мне визитку. Я когда покупал шиншиллу, напротив этого зоомагазина был тот самый бутик той самой гадалки. Я зашел, захожу к ней, и представляешь, она мне нагадала, что меня в сентябре ждет 14-й айфон. Я говорю, что 14-й айфон, и он еще не вышел. Она говорит, он вышел, ты что, за новостями не сидишь? Тебя ждет 14-й айфон, только тебе нужно немножко его получить, немножко преобразиться. Но я ее и послушал. О, слушай, на самом деле у меня тоже есть пару новостей. Ой, ну все, слушай, что-то ты меня утомила своими разговорами, ей-богу. У меня помимо тебя еще, наверное, другие свои дела есть. Так что давай, пока. Ну ладно. You're losing game. You know how we do. Chuck a bull. Free drinks now.